Сегодня мы расскажем вам о том, как проверить пробег на автомобилях ВАК-группы с помощью ВАСИ-диагноста. Не на всех автомобилях есть возможность такой проверки, так как не на всех есть дублирование памяти пробега именно. У нас сегодня Volkswagen Touran 2004 года. Мы видим, что на приборной панели у нас 156 400 километров. Подключаем адаптер. Запускаем программу, подключили адаптер, заходим в приложение и нажимаем «Считать пробег с блоков EDS 1516». Тут мы видим, что пробег реальный автомобиля 241 тысяча. Если у вас здесь написала ошибку, либо написала, что невозможно, это подразумевает то, что два варианта: либо нет второй памяти, дублирования памяти, либо умельцы, которые терли пробег, все сделали так, чтобы не было следов. До свидания, удачи вам.